О, смотри, опять этот... Цитадель зала, цитадель Дуски, смотри, вон Дуски. Давай зайдем по Дускам. Так, я так понимаю, что вы все пришли на собеседование, это так? Да. Да, правильно понимаю. Замечательно, замечательно. Ну хорошо, так, поднимайтесь по одному. Поднимаемся. Не понял, мужчина, вы что-то перепутали. Куда вы пошли стоять? Сюда, так, орёл вас, будьте как добры, стоять? Пожалуйста, не мешайте работать. Так, остановитесь, остановили... работайте. Куда вы пошли? Куда вас назначили? Я сейчас полицию вызову. Ты что, дурак какой-то? Я с полиции сюда и назначил. Новости читай на форуме, придурок. Сейчас тебя забанят. Админ мой брат. Админ, бань. Я сейчас ментов вызвал. Да вызывай мусоров. Я им по губам водил, как и тебе, дурачок. Давай. Кто такие мусора, ты мне скажи? Кто такие твои мусора? Кто они такие? Какой он смеясь. Поклон. Вот эти двое. Билл, у тебя пуск при себе? Зеленый волосами только что нарушил правила штата, его необходимо задержать и отвезти в полицию. Да, только 100. Вот мы вызывали, вот этот человек очень сильно нарушил. Вот этот вот, видите? Зеленые волосы, да. Гражданин, можно вас? Гражданин зеленый. Зеленые волосы. Да. Подойдите к офицеру. Он с ума сошёл, псих. У него тайзер. Бегает полицейский тайзер. Проверьте, пожалуйста. Только офицеры, будьте аккуратны, офицеры, будьте аккуратны, он совершенно невменяем. Он оскорблял, в общем, людей здесь постоянно. Три или более свидетелей, или видеозаписи. Да, сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Сэр, да, сделайте, пожалуйста, что-нибудь прошу. С этим человеком. Синий, он оскорбляет, постоянно ругается, вот туда. Пойдем в очередь встанем. О, вы не стой, встанем, стоите в очередь. Нормально, нормально. А, мы здесь стояли. До того, как нас мусоров увели на второй этаж, мы тут стояли. Мы в туалет отходили, да. Нет, вас здесь не было. Да были, были. Ты просто позже приехал. Да нет, ты позже приехал. Мы сверху спустились. Как ты думаешь, откуда? Толпа даунов. Чё, блядь, здесь человек? Ну да. Так, ну граждане. Так, так. Представьтесь, пожалуйста, расскажите немного о себе. Сергей Петрович Спак. Аркадий Семёныч. Евгений Баженов. Хидео Кодзима. А я Майвао. Я очень люблю новости. Когда смотрите новости, моя душа начинает лететь высоко-высоко, как дракон. Очень хочу сам делать новости, красивая девушка. Так, ну, граждане, давайте я кого-нибудь одного возьму, и он пройдет собеседование. Все я готов, подождут за я готов. Здравствуйте, меня зовут Кенджи Токугава. Мне 32 года, и я из Токио. Недавно в штате, но уже в курсе здешних событий. Хорошо, а давайте тогда пройдем к кулеру. И вы выполните одно задание. Вот, кулер, да? И так. Налейте мне, пожалуйста, стаканчик холодной воды. Так, на зал вроде набирается. Секунду. Сейчас дам. Нет, извините, я такой не принимаю. В кулере у нас такой не находится. Как так? Я из него набрал. Налейте мне все-таки воды. Набрал же? Там вода. Да нет, воды. Ну, не выдумывайте, не выдумывайте. Я вам серьезно говорю, вот то, что было в кулере, вы на меня давите, ну правда, там только пиво. Кензи, ладно, у тебя пройдемте дальше. Вот что написано справа на камере? High definition написано, высокое разрешение, 1080p. Вы уверены? Парни, я следующий сниматься. Почти на 100%. Хорошо, тогда пройдемте еще немножечко вот сюда. Может быть, конечно, ХД значит хорошая девка. Ну, может быть, может быть. Может быть. А можете прямо вот передо мной отжаться? Да, конечно. Конечно, да. Могу. Да, за. Знаете, пока сейчас секундочку. Надо подготовить. Подготовлюсь только. Oh. Так вот, сейчас отозмусь, погодите. Ну, а штаны-то было не обязательно снимать. А как же в сортах, ну, жарко, надо заниматься? Жарко. Помещение. Всё, конечно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Все, я больше отлично, не могу. Отлично. Ой, блядь. Сейчас, секунду. Братан, очень технично получается. Да, я знаю, сейчас перекур после спорта. Одну секунду. Ой-ой-ой-ой-ой. Это вот, ну, прямо в офис. Немножечко. Ну, прошу прощения, я сейчас пивком еще поверну. Здесь вообще-то дети. Да-да-да, извините. Ну, я вам могу сказать, что вы на мне подходите, а? Вы извините, конечно. Почему? Ну, за мне что? Подходите. За стол. Ну, скажите, что я не так сделал-то. Как бы это объяснить? Ну, скажите, ну, почему? Скажите, на какие требования вы опираетесь при выборе людей?
Я не слышишь, пожалуйста, гражданин, выйдите отсюда. Ну, как, вот почему? Не блять, братан, не блять, когда вы разбили ему сердце. Вы разбили ему сердце. Я был в следующем очереди, братишка. Пошли вы нахуй все. Я не буду больше поступать. Если моего брата не возьмут, то я тоже не пойду в эти говёные говноновости. Все, я отказываюсь, хорошо. Вы разбили ему сердце. Он был золотой дракон. Сука. Пацаны, надо разъебать этот клоповник. Надо всех здесь попустить. Этот клоповник всех положить. Всех попустить. Всех попустить. И эту тетку своруйте тоже. Вот ее тоже ловите, ловите. Камеру разбивайте ей нахуй. Разбивайте. Ты чего снимаешь? Ловите, блядь. Ты чего? Ловите. А ну-ка ловите ее. Ты чего? Ты чего удумала, а? Ты чего удумала, а? А ну-ка лови. Бизит, лезит. Бизит, сука, лезет. Лови, суку. Да сколько эта камера? С камерой можно остаться. Дави ее. Эй, блядь. Все. Молодые люди, которые тоже нельзя, пожалуйста. Блять, они уже и сутенера поставили тут. Пацаны. Ваша девочка оскорбила моего брата. Вы меня слышите? Я был там, она его не оскорбила, просто сказала, что он не подходит для визита. Оскорбила его до глубины души. Камеру, он как маленький цветочек, как маленький цветочек, а вы оскорбили его. Съемка не запрещена. Не толкай. Слышь, пойдем продавать. Поэтому мы требуем прилюдного извинения. Трудного извинения требуем, чтобы она извинилась, тогда мы забудем кровную обиду. Чего они снимают-то все, я не понимаю, ходят чё-то. Да не знаю, чё-то снимают, да снимают. Пойдем майбах продавать, заебала меня эта духа-то. За сколько продаёшь? Камеру убрал. Вот это неплохо. Вы хотите девушек бить? Неплохо ты ей слева засадил, прям в телесть. Эй, блядь! И золотой ну смотри, у нас сейчас... У нас есть 10 лямов тупо, короче. Мне кажется, это подавно хватит вообще ну, на эту машину. Погнали, погнали, посмотрим, пошли в Ниссан. Братан, слушай, а у меня такая идея возникла. Может нахуй эту ебаную Феррари, может вертолет, блядь, купим, да и все. Она... Зачем она мне вертолет? Ну а хули нет? А может в казино 9 лямов зарядим, выиграем 18, купим и Феррари, и вертолет, и как в Топ Гире, кто быстрее, вертолет или Феррари? Бля, нихуевого идея, кстати, братан, у нас есть, братан, у нас сейчас на руках 10 миллионов 200 тысяч долларов. Красное или черное угадать, и все, уже 20. Погнали, братан, погнали, мы нахуй вообще разбогатеем сейчас, ебать. Мы просто купим все машины, просто, да и все, вообще все машины, которые ездят. Так, смотри, Тайго, на 100 ставим, на 100 ставим. А, смотри, нужно ставить на два сектора из трех. Это вот где один СТ-12, два НД-12, три РД-12. На два из таких секторов поставить нужно и молиться. Поехали, поехали, все. Я грузу, короче, по ляму ферзь 12 и 3 12, короче. Ну, 9 это ферзь. Плюс 30, плюс 3 лямочка, идет дальше, дальше идем, кроссовли, залетело. Еще раз и останавливайся, еще раз и останавливайся. Хорошо, еще, на ферзь 12 и 2 12. Все, поехали, ебать. 9. Опять 9, опять. Сюда, 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 все. Сюда, еще. Это уже... Еще лямчик, братан, еще лямчик захуярил. У нас уже 10 лямчиков. Феррари уже есть, братан, надо в вертолет играть дальше, да? Мост остановимся. Да нахуй останавливается, прет рука, мост идет остан... рука, брат, идет. Поехали, поехали, крути, крути. Сюда! Саша, сюда! Сколько уже? 11, 12 я уже. Крути, 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 братик, нормально сейчас выиграем. По полтора ляма хуярим. А, блядь! Да ёбаный рот! Я тебе говорил, заканчивайся, все проебёс. 1-3 ставил три раза подряд. Все, братан, братан. Все, уводим его отсюда. Да, все, давай, пизди его, заламывай. Нет, всё, нет, куда вы меня уводите? Нет, я еще не доиграл. Я еще не доиграл, рука идет. Заломали, заломили и тась. Погоди, пусть школьник спросит. Заткнитесь, блядь. А, это ты, я тебя помню. Кто это за вещь? Да, у меня осталась одна вещь, которая, мне кажется, немного нелегальная. Я бы хотела ее вернуть, потому что не хочу попасть в тюрьму. Хорошо. Возвращай. Я хочу себе юбку, кстати. Юбку оставить? Тебе дали юбку? Нет, нет, мне не дали юбку, но я бы хотела, чтобы мне ее дали. Хорошо, сейчас рисуем, пойдем.
Сколько ты проебал? Сколько ты проебал, скажи? Братан, я проебал нисколько. Я выиграл, брат, 3 ляма. Всё, снимай, снимай деньги и пойдем. Сейчас юбку купим, бигнес купим. Там школьник хочет юбку. Ой, хуйня, короче, братан, бля. Мы-то так хорошо начали, короче, всего лишь на лям в плюсе. Там минус 500 тысяч за одну комиссию ебучую, слышишь, братан? Блядь, всего плюс 500 получилось, что ли? 500? Не-не-не, как раз таки там должно было получиться больше, но в итоге всего лишь лям, даже меньше, блядь. Ну, блядь, 800 тысяч, блядь. На ёбка кругом получается. Можно я сразу отдам? Слушай, забери у него, чё он там хочет тебе отдать, его за сил нет. Давай, хватит меня мизгендерить, пожалуйста. А прошу прощения, осуждаю сам себя, я не знал, что... Я извиняюсь, я осуждаю. Для меня просто нету полов, у меня все, значит, кто хочет, тем и будет. Хоть будь оленем, или там собачкой, мальчиком, девочкой, музыком хоть быть вообще, без разницы. Ой, зачем? Ай, зачем? Ой, прошу прощения, прошу прощения. Тебе не нравятся мои очки, так бы их сказать. Случайно, я случайно. Толкается. Я просто немного расстроилась. Хорошо, слушай, наверное, не будет у нас на юбку. Я тебе другую одежду дам, прям идеально подойдет к тебе. Дерзы, носи на здоровье. Обидно вообще-то, знаешь ли. Ну, что так... поделать. Ай, я, блядь, тебя въебала, мне по... Как больно, ну, как да, больно. Именно так, именно Рио, так. Рио, засети, засети. Да я хватит согласен. Хватит меня мизгендерить. Блять, и слово-то какие мизгендерить. Все, пойдем, пигнес, все, все. Научилась там, смотри, научились, пиздец. Блять, вот молодое поколение, я вообще охуеваю, мизгендерить. Да я выхуеваю тут. А если бы ты пернула, ты мне миспердеть, что ли, было, или что, мисфартить? Ля какой, ля какие, бля. Хорошо смотримся. Ой, хорошо. Я стал Феррари. Вот сейчас Феррари купим. Такой пиздец будет вообще. Мы с тобой похожи на пол в каком-нибудь британском кабаке. На самом деле, я не знаю. Но раз это модно среди молодежи. Ну и лухарский стиль, ебать. Очень лухарский, очень. Блять, в реальной бы жизни такой шмот собрать, это был бы просто обоссака. Аля, какая. Ну все, блять, я не знаю теперь, кто круче нас вообще в этом стате, хоть кто-то, может быть, мне кажется, никого, блять. Все, поехали факеты крутить тогда над полицейским участком. Ты слышишь меня? Да я слышу, он просто пипичка стоит, я смотрю. Да чего пипичка? Лист не 3 сантиметра. Эх, не говори, братан, реально. У меня зайчик говорит, ты меня трахать будешь, а я уже кончил. Встанем. А вон, смотри, вон мусоро, смотри, стоит. Эй, мусоро! Мусоро, ты меня слышишь, мусоро? Смотри, какая у нас машина, мусоро. У тебя есть машина? Или смотри, на службе берёшь, какая Феррари, а? А? Какая Феррари, а, мусоро, смотри. Видал, какая, да, у нас Феррари, смотри. Да, красивая машина. А давай, что я тебе думаю, что мусоро. Мы здесь, а мы здесь закон. Не подходи к ней, Даза. Не подходи, вот тебе, блядь, не а подходи. Не фотография. На вот свою заработай, а фотография, конечно. Снимай, да, снимай, да, фотографируй, да. У тебя такой не будет никогда. Может, только на фотографии смотреть. Драти в интернете, драти. Конечно, конечно. Мусорок говорит, да, ой, можно досесть. Расмесил, ой, расмесил, мусорок. Давай, зови, зови всех своих, зови. Папусин тупо, тупо Папусин, малюта, папусин, мусорок. Папусин, мусорок. Мусорок. Смотри, мусорок, как убежала, мусорок. Обиделся, наверное. Обиделся, мусорок. Пошел работать, пошел бомзей на стройке трясти, чтоб на Феррари заработать. Вот теперь я чувствую себя настоящий якудза, брат, просто великолепно. Нет, не Феррари, а вот Феррари. Нормальная, лукарская, золотая, как будто ребенка обдристал всю машину. Все, пацаны, на перегонки? Ля, Валя-то, ля. А она у тебя вообще целенькая? Можно, короче, знаешь что, навыебываться на мусоров, и хуй они нас догонят, мне кажется. Даже если всеми машинами, блядь, сейчас на этих, на северных дурачков навыебываться. О-о, смотри, мусоро, лисый. Два человека, а? Вас звали. Да? Мусоро, ты такой лысый, такой симпатичный, хочу с тобой трах-трах делать. Догонишь меня, а? Догонишь меня, мусоро? Догонишь? Догони, мусоро! Пошёл нахуй!
Ну неплохо, неплохо. Наверняка он уже в свою мусарню начал звонить. Мусаро, я все еще тут, Мусаро, я все еще тут. Мусаро, попробуй догони, Мусаро! Мусаро, ебать тебя! А он знает, на самом деле, интересно, как это сам, как Масын называется, а? Просто ему же надо в розыск, и он такой, наверное, и не видел никогда. Напишет, что, наверное, Марас какая-нибудь ебаная. Да, а заебись, как вообще оно выглядит? Заебись, вот это лучший вариант. Наконец-то? Вот, наконец, это правда. Она наконец-то, блестит, бля. Как моя лысина блестит? Я один, ну, раз, все, кайф, да, кайф. Я один раз дротил два дня, и у меня так заблестело, блестело в глазах, скажем. Где Илья, бля, какого хуя? Мэтт вышел с сервера и пернул? Мы еще не закончили. Блять, она... Говно ебаное. Хуета какая. Надо без пробуксовки просто прямо ебашить, чтобы ее не повело при этом. Вот так вот примерно, вот так вот, 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 Саня, вот так. Теперь я генерал, блядь. Сынки ебаные. Кто, блядь? Где построение ваше ебаное? Истребитель есть здесь? А если найду? Пацаны! Простите, я опоздал. Где построение, господа? Я генерал. Генерал, генералиссимус штат. Построение здесь? Сейчас тогда припаркуюсь, извиняюсь. Блядь, не работает. Пацаны, а чё, а истребитель не работает, да, вообще? Никак на него не сесть. А то у меня вроде я генералиссимус, а чё-то не могу никак заехать вообще. У меня просто задание. Понимаю, господа. А чё, во сколько у вас там движуха-то какая-то? Я извиняюсь, сейчас переоденусь, просто генералиссимус. А у нас... У нас сейчас будет проверка пилотов. О, так это я. Я пилот, я говорю. Я пилот просто вы, такой. Да? Я ныряю в пилот, я у вас. Посмотрите, какой я пилот. Посмотрите, товарищ. Ну, видимо, вы так быстро летали, что у вас все волосы... Ну это да, когда высоко, да, там, блин, у меня стекло выбило один раз, понимаете, офицер, вот, и вообще жесть была, просто кошмар. У меня, я видишь, вот так полоснул. Не понимаю, надо ковать никого, да? Никого не надо ковать, вы чё, алё? Я генералиссимус, блядь. Меня нельзя ковать. Ебанутые, что ли, блядь, сейчас. Ковать генералиссимуса, ёбнутые, что ли? Саша, вы чё, Аркадий? Куда ты, Саша, на своем говне, блядь? Куда ты? За мной? Куда вы, Аркадий? Куда вы, блядь? Армейцы, вы чё, ребята? Вы чё, ребят? Ну куда вы? Куда вы? Куда? Куда? Домой, ебать. Пацаны, отзовите псов своих, ну реально, ну чё такое? Дайте покататься. Отзовите собак своих вот этих вот на привязи, ну реально. Постой. Я ж никого не обижаю, ну ребят, ну чё такое? Ебать, тут Апач! Не-не-не-не-не, Саня, ты чё? Только не Апач, это мой здешний враг! Как служба, пацаны? Эй, бункрут, блядь, нахуй! Как же попустили их вообще всех. Мусорок, ты меня слышишь, Мусорок? Мусорок, можно мне, пожалуйста, I want two number six, a number nine large, two number... 45 and large soda. Шевели булками, Мусорок, ты не видишь, я опаздываю. Навстречу. Масын это как саха с заваренным редуктором дрифтует. Просто пиздец, невозможно повернуть. Не-не. Но как смотрится, просто шикарно. Да, да. Я бы, честно говоря, наверное, даже трахнул бы ее в бензобак. Ай, блядь! Похоже, она тебя трахнула своим капотом. О, кажется, да. Здорово, брат. Такие собратись. Ты звонил, а я нечаянно трубку выключил, да. А чего ты как... с пистолетом? Ты чего такой злой, молчаливый? Не слышно тебя, брат. А я его слышу, кстати, Кензо. Он говорит, да. На Челиад надо ехать, что-то показать нам хочет, говорит. Да лучше по слюхам поедем, зачем эта гора Челиад? Так, если, зачем тебе? Смотри, как мы одеты, не для Челиада. Хорошо, только что если... были слюхи и наркотики. Так, если, а меня возьмете? Братан, садись, поехали. Я вижу, пригодились. Блять, мистер Бин, уйди с дороги, нахуй. Решили соответственности людям в этом клубе, да. Отличные статы. Мы луксеры, понимаешь? Надо смотреть в будущее, так, если, брат.
Мы слишком закоренели на старых традициях. Надо смотреть вдаль, в 2020 год. Согласен. Я понимаю. Да надо одевать бигнес, когда хотят, чтобы мы одевали бигнес. Надо басить на военные базы, когда Дуса этого хочет. И, конечно, конечно, одевать неоновые кроссовки, когда Дуса того желает. Так, если пацанчик, бля, может ты с нами, может тебя одеть тоже, а, ёпты? Конечно, братан, а, давай, давай, давай тебе с нами. Я сегодня получил имейл, не хотел тебя радовать раньше времени, но помнишь, ты проводил собеседование одной бабисе в первый день, когда к нам приходили, ты вместе с ней там в джакузи ходил. О, это прекрасная Тян, да. Она сегодня шикарным написала, голосом. Она сегодня написала мне смс, что она беременна. У тебя будет ребенок, будешь его воспитывать, будешь отцом хорошим. Маленький Аябун. Маленький Аябунчик, вся жизнь впереди. У тебя, Рио, такая хорошая жизнь. Много слюх, много бухла, Феррари. Тёлка это сына тебе родила маленького самурая. И я еще так молю, ты вся жизнь впереди. Так хорошо. С маленьким Аябунчиком. Так хорошо быть нами. Брат, в Big я хочу, чтобы ты стал крестным, крестным отцом. Ой. Моего маленького Аябунчика. Ух, спасибо тебе. А помнишь, я трахнул мужика в Визил Ньюс? Да, да. Он мне позвонил, да. Сказал, что у него тоже будет сын, ибо он будет первым мужчиной, который родил сына. Нам заплатят $1 миллион. Так это получается $1 миллион, Чарли Чаплин? Да, 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 да. Мы богатый, брат, богатый. Да, 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 да. Наконец-то заживем. Долгая жизнь впереди, веселая, такая хорошая. Я никогда еще не был так счастлив, как сегодня, брат. Великолепный денек, брат. Наконец-то, наконец-то. Сколько новостей, и все хорошие. Лучше не придумать. Знаешь, как я назову своего маленького Аябунчика? Токугава Аткатава. Очень красивое имя, а что оно значит? Это значит то, что что бы его ни задало, он все равно получит хуй. Так может назвать его Аткатава хуй? Аткатава хуй? Аткатава. Это еще лучше. Как гармонично и прекрасно его имя. Аткатава хуй Джуниор Бигнес. Полное имя. Смотри, какое я придумал. Красивое. Джон Бигнесович. Да? Да, шикарно. И будет он жить в этом стать. А я своего ребенка назову. Вот, блин, не знаю, в честь кого бы назвать. Кто мне понравился больше всего за все время у нас? Шлюхи. Шлюхи. Слюхой буду его звать. Хорошо. Впереди, впереди еще столько лет счастливой жизни. Все успеем. Все успеем, брать. Конечно, все успеется, братан. Я никогда не был так счастлив. Ой, а чего тут столько массы? Зачем мы сюда приехали? Здесь сослык со слэнбосса, про который вы говорили-то. О, вы устроили нам праздник? Вот и салун, Сайго, салун. Это сюрприз. Салун это, наверное, какой. То, что у тебя сын будет, а не решили отметить. Здорово, отметим. Пацаны. Ну чё, угорим сегодня? Как раньше, с танцами, пацаны. Жвачку ставьте. Кинотулики. Давайте, пацаны, жвачка. Я зую любимую жвачку. Жвачку. Люблю, зую, зую, жвачку. А чё никто не танцует, только мы с братом? Чё такие роты смурные у вас? Чего вы все такие грустные? Слава Налиму, великой рыбе, слава Налиму, слава Налиму, Налиму, слава. Господа, вот это вот, в этот радостный день хочу сообщить вам, что впереди нас ждет светлое будущее, такое же светлое, как это солнце. Главное никогда не предавать друг друга, не крысячить и не мусориться. Да, Такеса? Господа, господа, вы помните, что не так давно я летал в Японию. Дело в том, что председатели клана Токугава были крайне опечалены вашим поведением здесь, когда мы выделяли деньги, господа, они даже подумать не могли, что вы все потратите. Ой, блядь, погоди, эти бигнес-станы в зопу постоянно влезают, я не могу, достаю как...
Ой, бля, опять застряли нахуй. Эть, бля, спасибо. Ну что, там наверняка так, нас ты... эти там начальники курицы просто сказали. Еще 10 лямов нам дали, да? Еще 10 лямов, ты еще одну Феррари и слюх, бляди. Уничтожая одного врага, господа, ему на смену приходит другой, более опасный. И как только пришел тот дед, вы... И мы его попустили, вы были этому рады. Настолько рады, что деньги, наркотики и все остальное снесло вам крышу. То пугало, когда мы сюда приезжали с тобой, я тебе говорил, не стоит употреблять. А все началось с того, что ты начал болевать по нашему особняку, выдавать странные пируэты и все остальное. Ты видишь, к чему тебя это привело, брат мой? Ты ходишь сейчас в этой одежде, в этих неоновых кроссовках. Пососи мои яйца. Почему это все? Это глупость. Соси яйца, соси зубу, сука! Глупость какая-то. Он мусор, пацаны. Не слушайте это. Господа, председатель Атома передает вам привет и благодарит вас за долгую службу в клане. Спасибо ему. Блядь, не стреляй, ты что, дурак? На этом конец. Лучше ничего не придумали. Времени было. さよならは